США на фоне затяжных проблем с запуском федеральной программы медицинского страхования рейтинг президента Обамы опустился до самой низкой отметки за все время его пребывания в Белом доме. Согласно опубликованным сегодня данным опросов NBC и Wall Street Journal, только 42% американцев оценивают работу главы государства положительно, 51% отрицательно. Каждая из этих цифр является рекордной в негативном смысле за все президентство Обамы. Статистическая погрешность составляет плюс-минус 3%. Помимо проблем с так называемым Обамохранением, среди основных причин отрицательного отношения к президенту, респонденты назвали также тотальную слежку в интернете, которую практикуют спецслужбы, роль Обамы в ходе шатдауна, временной остановки федеральных органов и неэффективную стратегию администрации США в отношении химического оружия в Сирии.